возьмите. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Хорошего предложения, спасибо большое. Как вас зовут? Юлия. Спасибо, Юлия. За мою помолитесь. Спасибо. Очень рада, что вы к нам приехали. Чуть замерзли. Да, стоим, ждем вас. Считали, Владимир Владимирович. Все хорошо. Спасибо большое. Как вас зовут? Юлия. Спасибо. За мою помолитесь. Спасибо. Очень рада, что вы к нам приехали. Замерзли. Не хочется говорить такие тривиальные вещи, но, тем не менее, невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение. Здесь, мне кажется, камеры работали, девушка станет известна теперь во всю страну. Вот.